Еще вчера вот эта большая площадь напротив Дома культуры в поселке совхоза имени Ленина была очищена от снега. Здесь готовились к празднованию Масленицы. Сегодня с утра снега снова навалило. И теперь, ой, здесь можно устраивать разве что соревнования по преодолению снежных завалов. Всю зиму на площади УДК снег никто не убирал. Территория принадлежит совхозу, соответственно, в обязанности руководства и входит уборка снега. Здесь традиционно проходят масленичные гуляния, поэтому территориальным отделом было решено подготовить площадку к празднику. В выходные планировалась качественная развлекательная программа с блинами, с чаепитием. С различными мастер-классами. Ну и, соответственно, мы, как администрация, вчера привели площадку возле Дома культуры в надлежащее состояние, чтобы наши жители и детишки безопасно развлекались здесь и отдыхали. Но сегодня с утра, с 6 утра, трактора ЗАО «Совхоз имени Ленина» привезли сюда снег, выгрузили, как вы видите, на площадь. Сотворили то, что сейчас, в принципе, есть. Но утром в пятницу охрана Дома культуры сообщила директору Центра культуры, что на площади работает техника совхоза имени Ленина. Глядя на это безобразие, которое организовал Павел Николаевич Грудинин, который говорит, что он за людей, за их будущее, за хорошую жизнь, даже каменный Ленин отвернул свой взгляд в сторону, не желая смотреть на это безобразие. С какой целью это сделано, нам непонятно абсолютно. Можно догадаться. Можно догадаться, да, чтобы сорвать праздник, муниципальный праздник, наверное, только с этой целью. Либо, может быть, Павел Николаевич Грудинин не любит блины, либо он не любит наших жителей поселка. Желание навредить было столь велико, что не пожалели даже некогда посаженные местными жителями кустарники. Они просто теперь погребены под снегом. И все же начальник Картинского территориального отдела Андрей Звеков уверен, праздник у людей будет. На сегодняшний день, может быть, удалось только испортить утреннее настроение, а праздник будет. Мы, как обещали жителям, мы его проведем. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.